Авиация методично утюжит линию обороны условного противника. Перед тем, как морская пехота пойдет на штурм, берег надо максимально зачистить. Штурмовые вертолеты Ми-24, фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30СМ снова и снова заходят на боевой курс. Задача – завоевать господство в воздухе и подавить сопротивление на берегу. В море на горизонте плотная дымзавеса. Основные силы на подходе. Передовые группы инженерного разграждения высаживаются с вертолетов К-27. Их задача расчистить от мин проходы не только на берегу, но и в полосе прибоя. Этим занимаются боевые пловцы. Ни секунды промедления. Противнику нельзя дать опомниться. Скоро здесь пойдут БТРы. Большие десантные корабли и новейшие катера на воздушной каверне типа «Дюгонь» уже подошли на минимальное расстояние и открывают аппарели. А это самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке типа «Зубр». Такие есть только на Балтике. Роту морской пехоты с полным комплектом вооружения и боевой техники он не просто максимально быстро может доставить в назначенную точку, но и выйти для высадки прямо на берег. Десятки бронетранспортеров с разных точек устремляются к цели. Остался последний стремительный бросок. На командном пункте главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Евменов. Он лично руководит учениями «Океанский щит», которые уже традиционно проводятся сразу после празднования Дня ВМФ.